Дмитрия Константиновича Свешникова многое связывает с городом на Неве. Здесь он учился, отсюда ушел на фронт. И вот в Ленинграде открылась выставка картин заслуженного деятеля искусств РСФСР, архангельского художника Дмитрия Свешникова. Его работа есть в экспозиции Третьяковской, Дрезденской галереи. Они демонстрировались на многих международных выставках. Уроженец средней полосы России, большую часть своей творческой жизни Дмитрий Константинович провел на Крайнем Севере, в Ненецком национальном округе. Рассказать о современнике ярко, убедительно, передать в каждой картине наше удивительное время, говорит художник. Вот к чему неустанно стремлюсь я, как и все мои товарищи по искусству. В этом мы видим свой долг, свое счастье. Я полюбил народ этого края, старался осмыслить его жизнь, его духовный мир.